Ты перед имперским ковеном, перед моим будущим. Ты думаешь, что быть ведьмой — это так легко? Я трудилась всю жизнь, чтобы достичь высот. Ты проиграла, ты изжульничала. Скажи это, скажи, что ты не ведьма. Я не ведьма. Всем привет, всем здравствуйте. Пятая и шестая серия «Дома совы» сделаны. Очень много чего интересного узнали. У Идочки невероятные вещи происходили. У Луз просто типа сногсшибательные вещи происходили. Кому интересно, моя реакция. Переходим по ссылке в комментарии. Смотрим. Кристиночка является заказчиком. Спасибо тебе большое. Это невероятные эмоции. Реакции сделаны. Две штуки в одной реакции, конечно же. Так что переходи и смотри. И не буду ничего спойлерить, но ты сама все прекрасно знаешь. Ситуация с сестренкой была накаленной. Что будет дальше, боюсь себе представить. Ну и оживление дома, та еще путешествие. Тот еще забег был. Ну да ладно, переходи, смотри. Пау, Кристиночка, спасибо за заказ. Переходи, смотри, обнял. И не болей, пожалуйста, пока.